Доброе утро, друзья. Вот мы приехали в Керчь на выставку. Прохладно с утра, 9 градусов. Но солнышко выходит, поэтому, я думаю, будет тепло. Выставка в другом месте, в смысле в том же парке, только более лучшем месте. Ну, сейчас пойду поснимаю что-нибудь. Так что продолжаем просмотр. У них наоборот. Это китайский золотой А вот так сильно смотрит. Много нет. А сколько такие? Пара 4 тысячи. Пара 4 тысячи? Да, красавцы. Как называется? Якобинцы. А вот эти белые? Ну, это одна порода. Не, вот те. А это дуже, померанцы. А эти сколько? По 500 рублей, 1000 пара. Да. Все красиво, только никто не берет. Такая ситуация со всеми, с попугаями и со всеми. Да, бля, мне пара летает. Смотри, вот, смотри, семерка, вот я тебе сейчас семерку и так подам. Не, он не должен. Вася, ну он такой и был уже. Вверх трех. Мы вот эту хуйню с тобой не оденем. Убираешь один пролет, я пробовал, вот этот кусок убирает, вот эта хуйня уже не подходит. Все, понял меня? Я тебе что я говорю? А когда вырастет, какой будет красивый? Это еще молодые. Да. А будет большой, вообще красивый. Thank you.
Все прошло успешно, не прошло и часа, да, Вася? Сейчас собирали. Уедем, Андрюха. Вокруг все ходят. Первый пошел. Андрюха, давай клей. Надо канатики. Привет, Карипан. Надо. Саня. Давай ты это. Ты сейчас зайдешь, потом вечером выйдешь. Откуда эти ребята приехали? Это индюки. Прям же клетка упала. Упала. Ты имеешь в виду индюшаси? Саня, вот тут надо довязывать. Вот эти все скеплики. Все там нормально. Да вот, глянь. Андрюха, вот здесь надо привязать. И вот дед сейчас все привяжет, ты выпускай лампу. Я говорю, вот этими, блядь, ты для своих голубей. Ты не балуйся, сильно, блядь. Слышишь, дядька Андрей, Вась, ты брось тут колыгу, подвяжи вот там, видишь, дед. Давай не умничай. Вот смотри, с той стороны. Вася, иди сюда, сейчас зажигалка есть? Да. Отпали. Вот, низко. Серьезно. Саня, вот, глянь какая. Где нитка? Покажи. Да вон нитка в этом самом внутри. Вот телепай. Саня, вот что менту в карман хотел. Твою мать, блядь. Вася, вон оттуда вот достань, засунь руку. Да, Саня, глянь в белый, Саня. Руку засунь. Здорово. Никого еще не долинял, он не крылья голову. Ну а зачем ты его привез? Да пускай полетает. Все, не надо. Все, а вот голубочка почти долетала, беленькая. Голуби выкинули. Нет, не все подкрывайте, пойдите так. Ну что вы, блядь, привязываете? Ёлку вашу мать. Ждали? Жирные летать не хотят. Они засидели. Просидели. Сашко! Бляха катерая. Легко. Вот что мы Почем вы кормушки? Здравствуйте. Почем? А зеленый? Нет, горный. Горный? Вы же 12. Вы кормушки? Ну я понял, да.
Что, не разлучники почем? А эти кокарики? Полторы. Это тоже двух штук вывез надо. Домой-то отработали. Не, у меня молодые, но так уже надоело. Да ни херня себе там здесь. Ну вот это сюда. Воду эту по два раза чуть ли не на день меняешь. Вот это сюда, что они как свиньи. А так они прикольные. Ну да. Ну еще три пары есть. А? Не купаться. Не сколько купаться, он натягает этого всего туда. Что? Это семена и синеватая кровь. Это самое вкусное. Да. Сникерсы. Сникерсы для попугаев. Да, это самое. Сникерсы. Мне в этом году так и не выросло такое. Не, не. Не поливное. Не, у меня под поливом. Это среднее, крупный был такой больше. А кто торговал, я не знаю, по-моему, в Джанкои на бутыля вы торговали? Нет, на бутыля нет. Нет, я взял два бутыля, и что-то недорого. Типа не почное? Да. А, вы различное, правда, да. А я больше канарейкам так. Ну, понятно. А ожерелки тоже ручные, да? Да. А ожерелки? Туго в этом году все. Сейчас, аккуратнее, другой, сюда.
хорошо, больше не будет. Вот, на холод пошли. Да. Они быстро бежат. Пожалуйста, с собаками не подходите, птицы боятся, улетят. Пожалуйста. Куры и петушки. Вот петушки больше гриба. Еще будете или хватит? Как называется? Хватит? О, как называется? Голландские белокохлые. Яйценосная порода. Яйца несут чуть меньше. Но они не больше или такие будут? Вот такие будут. Ему сейчас полгода. А, ну, это молодые. А те вот светлые? А это вот корольки название, ну минорки. Ну карликовые, да? Как вот. А вот те вообще они маленькие, вот такие есть, они же взрослые. Вот курочки. Все, я оставляю. Вася, ну как тебе выставка? Выставка хорошая, глянь. Нормально? Так, ну что, друзья, посмотрели выставку, а мы едем с выставки. Ну как тебе выставка, понравилась? Очень. Очень-очень? Место красивое, да, в парке, поэтому и понравилось. Да, в новом месте, в том же парке, только в новом месте. Выставка в этот раз была вообще обалденная. Столько людей много приехало. Прямо как никогда. И погода хорошая. Погода обалденная. Вон я сижу в футболке. Сколько? 20 сейчас показывает. Но это еще 12 часов. Так что следующее у нас Симферополь на автодроме. Это воскресенье, по-моему, 17-е. Ну и 23-го Красноперекопский, 30-го Нижнегорск. Так что организация, конечно, на выставке сегодня была. Да. Самый цимус. На высшем уровне. На высшем уровне. А рядом кафе, столовая. Столовая, как. При Советском Союзе пошел там всего. Первое, второе, третье, пятое, десятое и компот. А пирожки какие? Ой, да. Блин. Все рядом, все. Птицы классно. Очень много было. Любой на выбор. Но, конечно, самое больше было голубей. Потому что организаторы клуб голубятников Керчи. Любители голубей. Любят люди голубей, поэтому везде выставляют своих голубей. Что голуби были представлены, конечно, в ассортименте в большом. Волны много было. Ну так, всего. Канареек очень много было. Почем там на входе, ты не спрашивала? По три. По три канарейки, по две 500, короче. Кто почем? Волна 200. И разлучники 500 до 700. Там я снимал Алика. Эти китайцы 18. Ожерелки 8-10. Горные 8-10. Пенанты 15 пара. Разъелы пестрые красные. Ну, 3-3-500. Кокарики 1,5. Карела 1,5. Что еще там было? Зебра была, но зебру я не спрашивал почем. И я не спрашивал. Поэтому не скажу. Курей много разных было. Уток, гусей. Не знаю, там поснимал, посмотрели. Короче, понравилось. Мы в таком культурном шоке. Да. Хорошо этот раз. Как никогда, да. Вообще нравится в Керчь ездить. По новой дороге. По новой дороге вот едем. Сейчас я его переключу.
Так что по новой дороге, все удобно, все классно. Утром туман сильный был, правда, блоканули чуть-чуть с Ленца, километров 5. Ну, без этого никуда. В тумане просто заблудили. Да, заблукал чуть-чуть. На заправку, мимо заправки проехал. Пришлось возвращаться. Хотя можно было и в Керчи заправиться. Так что такая стройка на Тавриде. Все строится, все делается. Смотрите, как погодка обалденная. Чуть-чуть трусит, конечно, телефон. Колеса перекачанные. Немножко вам Тавриды, чтобы видосик был подлиннее. А так, конечно, погода вообще сегодня шикарная. В июне, наверное. Вчера вообще 24 было. А сегодня? Сегодня он 20 показывает. Да. Так что. Да, пожалуйста. Стройка века. Ну, в принципе, на этом и все. Так что все ждем на следующих выставках. Приезжайте. Всем спасибо за внимание. Пока.